Определились победители и призеры первенства Тверской области по волейболу среди команд девушек 15-16 лет. Матчи в рамках турнира прошли под сеткой в зале предприятия «Городской электротранспорт». Команд не боимся никаких. Настрой боевой. Рвемся только вперед, только к победе. Никого не боимся. В спор за медали региональной пробы вступило 5 коллективов из Твери, Калязина, Бежецка, Кимр и Молокова. После дальней дороги, не знаю, девчонки не смогли собраться и не показали свою игру на все 100. Ну, отсюда и результат. Ну, не в нашу пользу, проиграли, да. Но поборолись. 3-0, да, поборолись, но проиграли. Конечно, вот выделяются два лидера, это Калязин и Тверь, как бы, а остальные все, в принципе, дальше на одном уровне. Кимры, Бежецк, Молоково, где-то чуть-чуть пониже уровень. Игры прошли по круговой системе. Естественно, в каждом матче девушки проявляли упорство и волю к победе. Однако самым бескомпромиссным оказалось противостояние двух фаворитов – команд Калязина и Твери. Девушки устроили на площадке настоящий замес и подарили своим болельщикам море эмоций. А тренерам Альберту Караханову и Ольге Плехановой по ходу встречи пришлось пожертвовать огромным количеством своих нервных клеток. Сначала, выиграв две партии, вперед вырвались калязинцы. Но тверетянки сумели собраться и сравнять счет. В итоге дело дошло до 5-го сета. И здесь воспитанницы Тверской наставницы собрали волю в кулак и все-таки одержали верх над упрямыми калязинскими соперницами. Мы боремся с Калязин уже какой год, но вот сейчас было достаточно, ну, так сказать, более сложно играть, чем обычно, чем в том году, позатом году, на Кубке губернатора. Почему? Не собрались сразу. Да. Не смогли. Сначала собрались, начали выигрывать, выиграли две партии, потом немного подустали и до конца не сумели собраться. Не хватило сил, чтобы до конца добороться. Получилось, что встреча Тверь-Калязин стала для обеих команд решающей при распределении мест. В итоге подопечные Ольги Плехановой завоевали золото турнира. Воспитанницы Альберта Караханова довольствовались серебром, а бронза досталась волейболисткам из Кимр. Напомним, что соревнования были отборочными для выступления в 7-й летней спартакиаде учащихся России.